Всем привет! Итак, запускаются новые тренинги. В этот раз это будет новоиндийская защита. D4, конь F6, C4, E6, конь F3, B6. И первым этапом, да, тренинг будет состоять из трех этапов. Давайте начнем расписание смотреть, да? Первый этап это система Петросяна. Белые играют А3. Линия нравилась Гарри Кимовичу Каспарову. Ее же дает Таврух, то есть будут ролики и по книге Авруха, и несколько партий Гарри Кимовича будут в отдельном файлике. Вот. И стартует он 12 июня, то есть 12 июня у нас будет первый турнир предтренинговый. Ну а дальше, в общем-то, расписание достаточно стандартное. Итак, вот, оп, виноват. Итак, А3, система Петросяна. Дальше. Второй этап, это у нас линия с ходом G3, самое популярное продолжение, и будет идти с 26 по 8 июля. С 26 июня по 8 июля. Ну, G3 ход вообще самый популярный. То есть сейчас вот я опять это закрою и покажу, значит, вот, что есть еще ход G3. Ну и третий этап тренингов, это мы будем разбирать ходы. Слон F4. То есть в третьем этапе тренинга у нас три варианта. Слон F4, E3 и конь C3. Слон F4 это система Энтони Майлса. Я тоже так играл. И так, ну, достаточно успешно играл. Вот. Система E3, она тоже полна коварства, хотя и не считается основной, белые хотят развиться, просто слон d3, рокировка, и только потом заняться проведением e3, e4. Ну и третья линия конь c3, то есть белые не возражают против слон b4, а черные выбирают сразу туда слона ставить или стартовать с хода слон b7. Значит, дальше. Каждый этап тренинга будет включать видеолекции с теорией. То есть несколько лекций однозначно с объяснением основных идей за белых и за черных. Подборки каких-то партий по вариантам, тестовые задания по каждой теме. Но с тестовыми заданиями у меня нет уверенности, что они будут именно к началу тренингов. То есть вот просьба извинить, если они будут потом для закрепления материала. Хотя я постараюсь именно к началу. Да, также 2 часа ответов на вопросы в режиме видеоконференции. Три тематических турнира, ну в третьем этапе по одному тематическому турниру с контролем 7 плюс 2. И, соответственно, три разбора партий в каждом тренинге. То есть по... обычно больше, чем по 2 часа в формате видеоконференции. Дальше, в первом и втором этапе два тематических турнира с контролем 3 плюс 2, также 100-минутные турниры на личесе, просто уже для набивания руки. А в третьем этапе по одному турниру на каждую линию. Ну и, естественно, после завершения каждого этапа тренинга ответы на вопросы и общение в формате видеоконференции. Вот. Дальше. Участвовать рекомендую, конечно, шахматистам от первого разряда. Надо понимать, что если ваш уровень ниже, то... ну, будут дополнительные сложности. То есть, многие вещи могут оказаться непонятными. Стоимость участия в одном этапе тренинга 2500. При оплате всех этапов тренинга единовременно стоимость 6500. Постоянным участникам тренинга, это если более чем 5 этапов, любых абсолютно тренингов, которые у меня постоянно проходят на канале, стоимость 2000 за участие в одном этапе. Ну и, соответственно, при оплате всех этапов тренинга единовременно стоимость 5000.
Дальше вот. Вот вам расписание, значит, первого этапа. С 11 июня мы стартуем. Потом дается время на изучение теории. И вот как это все выглядит. Дальше вот изучение второго. Вот расписание второго этапа. С ходом Ж3. Наиболее серьезный этап. Ну и третий. Он тоже серьезный, потому что линии коварные и интересные. Но уже как бы... В общем, он уже не основной. Вот. Тут не основные варианты. Значит, если кто-то заинтересовался, со мной можно связаться вот по электронной почте. Реквизиты банк ВТБ, то есть ничего не поменялось. Но если кто-то новый и не знаете, то вот свяжитесь, и я вам напишу, как можно оплатить. Все, спасибо за внимание.